Город Славянск, поселок Семеновка, война по расписанию. Смеркается. Жители поселка Семеновка спешат по своим убежищам. До начала регулярного обстрела остается менее часа. Через блокпост прошел один из последних автомобилей этим вечером. В любой момент может начаться артобстрел. Украинские войска открывают огонь без предупреждения, даже в тот момент, когда через блокпосты в районе Семеновки на трассе Харьков-Ростов проходят автомобили гражданского населения. Смотри, фотографируй. Уже сбоку стреляют, уже можно. Аккуратнее. Смотри в больницу, если что, оттаскивай сразу. Ну давай. А я не вижу. Слышь, мой, где-то надо на 10 часов кидать. Да они все видят, там экипаж очень опытный. Is it trees? Tracer from right to the left. Да, это наши, не проседай. Это громко, это наши. Перестрелка броника, вчера вам повезло. Смотрите на поле. Выстрел, выстрел. Где? Вон пошел дым. За баррикадой, видишь? Это мина упала. Красный. Да. Ух ты! Ух ты! Слышал, да? Это не снайпер бьет. А с чего они полопают? А хрен знает. Сюда все по очереди раздаются. Ехек? Да, да. Прикольно? Не, никакой прикольно. Рел его. О, вот это поле, ни хера себе, посмотри на... Ого. Что это было? ПТРС, дистанция большая. Нет, давай здесь. И у них... Yes. Это где-то там, это с автоматом, с пулеметом лупишь, они подняли голову. Да нет. А, пулемет мне сейчас.